Есть четыре точки. А, Б, С и Д. И надо сделать, чтобы расстояние АМ плюс БМ плюс СМ плюс ДМ было минимальным. Чтобы сумма расстояний была бы как можно меньше. Есть четыре деревни. А, Б, С и Д. И нам нужно поставить точку М так, чтобы сумма расстояний до нее была минимальной. Сумма расстояний от точек А, Б, С, Д до точки М была бы минимальной. Отлично. Как это делать? Соединим точку М вот здесь с точками А, Б и С. Существует четыре деревни. А, Б, С и Д. Вопрос задачи. Где надо поставить колодец, чтобы расстояние АМ плюс БМ плюс СМ плюс ДМ было минимальное? Чтобы сумма расстояний была бы как можно меньше. Ну, деревня здесь, конечно, ни при чем. Просто у нас есть четыре точки А, Б, С, Д. Причем одна из них лежит внутри треугольника, образованного тремя другими. Да? Да. Отлично. Пусть, например, точка D лежит внутри треугольника ABC. Дальше. ABC. Да. Да. Ага. Смотрим, где будем ставить точку M. Пусть, например... Да. Здесь. И что? Значит, тогда получаем, что... Сумма расстояний до точки D... Нет, а чем-то замечательным это положение точки М отмечено или нет? Вот что мы сейчас будем использовать о положении мы точки М? Мы будем использовать то, что мы знаем. А, вот это, что всегда... Отлично, соединим точку М с вершинами А, Б, С. Да? Я правильно говорю? Да. Мы соединяем точку М с вершинами... И дальше будет простая вещь. Объемная... Точка D попадет в один из трех треугольников. Да. И объемная меньше объемлющей. Отлично. Это неравенство мы знаем. Да. У нас имеется четыре деревни. А, Б, С и Д. Нам надо найти точку. Чтобы сумма расстояний до нее АМ плюс БМ плюс СМ плюс ДМ была бы минимальной. Отлично. Цель найти такое место для точки М. Как же его искать? Поставим точку М. Ну, почему не вне треугольника? Понятно или нет? Да. Потому что если мы поставим вне треугольника, то можно приблизить к треугольнику, и от этого просто все отрезки уменьшатся. Хорошо. Поставим точку М. Вот она где-то там в треугольнике, да? Соединим ее с вершиной. Угу. Теперь посмотрим на два треугольника. А, Д, Б и А. Нет, секунду. Что такое посмотрим на два треугольника? Вот... Дело в том, что вообще точка М могла располагаться во многих местах. Да, но мы точно знаем, что в какой-нибудь из треугольников таких вот точка D войдет. То есть треугольник ABC разрезан на треугольники ABM, BCM и ACM, да? Да. И мы говорим, что в один из этих треугольников точка М попадет. Точка... Хорошо, попадет дальше. Да. Да? Меньше объемлющей. Отлично. Можно записать это неравенство? Так. Пишем. АД плюс БД меньше чем МА плюс МБ. Да, это у нас было. Тогда по неравенству треугольника DM плюс NC
больше, чем dc. Угу, пишем. dc меньше, чем? dc меньше, чем dm плюс mc. Теперь можно это сложить. Да, пожалуйста. Получим. ad плюс dc плюс b. D. То есть сумма расстояния от точки D до точек A, B и C, да? Меньше, чем A, M плюс B, M плюс C, M. Тут надо смотреть не налево, не надо подгонять под ответ. А когда мы складываем неравенства, надо смотреть на сами неравенства. A, B, C и D. Да, хорошо. Поэтому точка M и точка D – это одна и та же точка. Чтобы было равенство, на самом деле в чем? Все-таки небольшая ошибка есть. Там написано везде строгие неравенства. На самом деле возможна ситуация, когда, например, точка M будет лежать прямо на отрезке CD. Да, тогда надо писать меньше или равно. Точно так же, в принципе, точка M могла совпадать с точкой D, поэтому и в первом неравенстве меньше или равно. Ну вот, с точки... Так, нормально? А вот чтобы было равенство, надо, чтобы точка М совпадала с точкой Д. Да. Есть четыре деления. А, Б, С, Д. Нужно поставить точку М так, чтобы сумма расстояний от точек А, Б, С и Д была бы минимальной. До точки М была бы минимальной. Значит, точка... Поставим где-нибудь точку М и соединим ее с другими вершинами. С А, Б и С. С А, Б и С, да. Да, хорошо. Точка D обязательно попадет в какой-нибудь из этих треугольников. Попадет. Ну, например, пусть она попала в треугольник АБМ, как у вас на картинке. Это с точностью до переобозначения вершин, неважно. Итак, точка D оказалась в треугольнике АБМ. Что вы тогда будете делать? Получается, что АД плюс БД это меньше или равно, чем АМ плюс МБ. Да, это была такая объемлющая и объемлемая, да, было. Да. А также мы можем сказать, что DC меньше или равно чем DM плюс MC. Неравенство треугольника. Да, это неравенство треугольника. Сложим эти неравенства, получаем, что... АД плюс БД плюс ДС меньше или равно чем АМ. Ну так меньше равно надо перенести. Да, меньше равно. Плюс МБ. Да, все правильно. Плюс ДМ плюс МС. ДМ плюс МС. Итого, получаем, что сумма расстояний до точки D от точки D до точек А, Б, С не больше, чем от точки М до всех четырех точек А, Б, С, Д. Да. Отлично.